Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Мин, и это очередной выпуск «Дешево и красиво». В сегодняшнем выпуске я хотел бы поговорить о таком скине, как Famous Выживший. Достаточно интересный и прикольный скин. Данный скин окрашен поверх трафарета из клейкой ленты, а затем затерто наждачной бумаги. Это ему придает эффекта какого-то после зомби-апокалипсиса или что-то в этом роде. Что касаемо цен, то цены очень низкие для такого скина. Я считаю, что цены должны быть выше. И вы, в принципе, сейчас удивитесь. Famous Выживший прямо с завода обойдется вам в 30 центов, немного поношенные в 15-20. После полевых 10-15 центов. Поношенные в 15-20 и закаленные в боях в 10 центов. Если брать цены стат-трек, то тут вообще идеально, по сути. Даже, возможно, чуть-чуть дешево. Прямо с завода обойдется вам чуть больше доллара. Немного поношенный обойдется в 70-80 центов. После полевых в пол бакса. Поношенный в 60-70 центов. И закаленный в боях цена колывается от 40 до 50 центов. В принципе, цены очень красивые. Я бы сказал бы, и классные просто для такого скина. Можно спокойно покупать даже Star Trek. Такой Famous. Что касаемо перед вашими глазами его показ, вы, в принципе, можете посмотреть, как он выглядит. И если вас заинтересовал такой скин, то вы можете его спокойно приобрести на торговой площадке. Что же, дорогие друзья, надеюсь, вам понравился сегодня такой выпуск. И вы обязательно поставите лайк и подпишитесь на канал. Ну, дорогие друзья, и всего вам хорошего.